Во Львовском доме культуры прошел сход граждан. В нем приняли участие глава района Андрей Дорошевский и его заместители, а также руководители служб и ведомств. Глава поселения Эдуард Попов отчитался о работе за первое полугодие 2022 года. В поселении заменили более 1,5 километра водопроводных сетей, провели прочистку канализации, расчистили кюветы и устроили дренажные отводы на территории села Львовского. Провели работы по отсыпке дорог щебнем, по нескольким улицам оборудовали лежачие полицейские. Укрепили материальную базу Львовского дома культуры. Для жителей устраивают новые торговые места по улице Кооперативной. После отчета настало время для вопросов от жителей. Начиная от въезда во Львовку и Покровку до самой-самой Покровки. У нас абсолютно без тротуара и без нормального освещения. Нас интересует, что наша и районная администрация делает, как она способствует тому, чтобы этот тротуар и освещение нормальное появилось как можно скорее. С краевыми коллегами этот вопрос проговорен. У них выделяется финансирование на проектирование данного отрезка дороги, освещения и тротуара. Будут, соответственно, они проектировать и входить в программу и строить. Наболевшая проблема, озвученная большинством жителей, – постоянное отключение воды. Глава района дал поручение проработать этот вопрос. Возможно, потребуется пробурить новую скважину или поставить дополнительную водонапорную башню.